Уважаемые зрители, мы вновь приветствуем вас из Екатеринбурга. Я напомню, сегодня мы гостим в православном информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии. И гостеприимным хозяином является его директор Андрей Владимирович Печерин, которого вы знаете также как ведущего программы «У книжной полки». Вот сегодня он нам показывает этот замечательный центр. Им меньше года, но столько всего уже сделано, что вот даже я боюсь, наш сегодняшний эфир всего и не отразит. Андрей, где мы сейчас находимся? Я понимаю, что читальный зал, но здесь, наверное, не только читают. Да, мы находимся рядом с читальным залом сектора учебной литературы, и здесь, кроме чтения, проводятся еженедельно по пятницам и библейские курсы. И как раз руководитель библейских курсов Андрей Викторович Разин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, сейчас здесь, и можно с ним пообщаться. Пойдемте знакомиться. Андрей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Викторович, скажите, пожалуйста, что преподается на библейских курсах? Я понимаю, что название такое, знаете, великое, но очень общее. То есть что узнают все-таки ваши слушатели, как стать вашим слушателем, в какое время надо подойти и к чему надо быть готовым, к какому труду? Библейские курсы, они носят название более точно «библейский лекторий» и представляют собой открытые, доступные для всех лекции по библейской тематике. То есть мы читаем Новый Завет, читаем Ветхий Завет. Это чтение идет параллельно, и аудитория достаточно обширная. То есть предполагается, что слушателями этих курсов может стать практически любой человек, который имеет время, имеет желание, и для которого всегда доступен вот этот вот прекрасный центр. Андрей Викторович, а уровень подготовленности слушателей каким все-таки должен быть? Как-то надо особо готовиться, прежде чем к вам прийти? Дело в том, что достаточно много сейчас катехизических всяческих занятий, библейских курсов. В чем был смысл создания как бы какого-то нового библейского лектория? Дело в том, что мы хотели, чтобы на этом библейском лектории несколько по-иному происходило чтение Священного Писания. Задача библейского лектория на самом деле какова? Чтобы человек, по крайней мере, смог самостоятельно обратиться к тексту Священного Писания. Потому что читает Священное Писание достаточно редко, читает его не совсем внимательно, и посещение вот таких вот такого лектория, оно должно стать мотивацией и побуждением к внимательному и более глубокому чтению Священного Писания. Поэтому предполагается, что на этом лектории все-таки будет преимуществовать не совсем такая традиционная лекционная направленность, монологичное изучение Священного Писания, а именно такое диалоговое взаимное общение. Причем это приветствуется и является, в общем-то, на наш взгляд, одним из особенностей должно являться этих занятий. То, что те, кто приходит, они готовы читать Священное Писание, но подготовка какая? Лишь желание внимания, собственно говоря. И, соответственно, даются как бы некоторые домашние задания, но которые в чем состоят? Лишь в том, чтобы человек постарался прочитать вот какие-то определенные тексты Священного Писания, какие-то отрывки. Вот, и затем они предлагаются на такое вот всеобщее осуждение. Естественно, есть лектор, то есть вот Андрей Викторович, обладающий определенным опытом, знанием в области библистики. Я задаю темы, собственно, мое основное повествование, но при этом слушатели активно участвуют в чтении, предлагают вот какие-то свои мысли, свою какую-то возникающую экзегезу, и вот такой вот диалог, собственно, составляет содержание этого лектория. То есть получается, что на выходе это христиане, которые изучили основы своей веры и могут дать ответы своем уповании. Ну да. То есть при том, предполагается, что это даже не обязательно должен быть такой вот уже вот церковленный человек. Может человек прийти, проходя мимо этого центра, увидеть объявление, зайти, заинтересоваться Священным Писанием. И тут, может быть, даже задавать вопросы, которые церковный человек и не будет задавать. И задача как раз в том, чтобы все эти вопросы услышать и суметь ответить на вопрос каждого. Вот, в зависимости от того, какую подготовку он обладает, какой глубины, внимательности у него вопрос.
Андрей Викторович, сердечно вас благодарю. Уважаемые зрители, я напомню, сегодня мы с вами находимся в Православном информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии. Он расположен по адресу город Екатеринбург, улица Куйбышева, 63, дом Рязанова. Оставайтесь с нами, наш эфир продолжается.